Всем привет! Мы на свадьбе Алексея и Натальи. Пообщались в формате милого интервью с гостями до приезда молодоженов, чтобы узнать, кто эти счастливчики, узнать, зачем люди пришли сюда, чего ожидают наши гости. И давайте посмотрим, как это было. Представьтесь, пожалуйста. Панфути. Алисия. Моника. Ольга Бузова. Еланья. Ричард. Ричард. Да. Ёлка, нет? Опишите невесту. Красивая. Как я. Загадочная. Женщина средних лет. Блондинка. Легкие движения. Очень худая. Старая уже. Красивое бальное платье. Она умная. Рассудительная. Порядочная. Опишите жениха. Хрупкий. Сильный, мускулистый и умеющий читать. Огромный дядя. Китаец. Армянин. У него еще жена молодая. Постарел, правда. Опишите угощение на свадьбе, что бы вы хотели увидеть сегодня из еды. Рамен. Бутерброды. Тараканов. Котлеты, пюрешка. Собак. Борщ. Что вы планируете подарить молодоженам? Песню. Носки. 45 рублей. Будет арфа. Ну, что там еще? Машина и дом. У них есть все, мы им ничего не подарим. Да. Контрабас. Мышей. Носки. Носки. И пену. Покажите первый танец молодоженов. На каблуках не очень получается. Так вот? Да, вот так вот. Ну что это такое? Какие эмоции вы испытали, когда получили приглашение на свадьбу? О! Ничего себе! А, ничего себе! Что вы планируете делать сегодня на свадьбе? Веселиться. Ложануть. Ну, грустить. Вести ее вместо тамады. Нам нельзя такое говорить. Какие эмоции у вас вызывает сегодняшняя свадьба? Это не то, что я хотел. Все? Все? И все? Ура! Как думаете, где вы проснетесь на следующее утро после свадьбы? Под елкой. Между двумя пуфиками. В диване. Я куплю шампанского, сяду на необитаемом острове и буду пить, смотря на солнце под зонтиком. Под диваном. Как, где? Под елочкой? Пожелайте чего-нибудь ребятам. Благополучия и удачи во всем. Быть всегда вместе. Вывести сегодняшний день. Чтобы были вместе счастливы и ценили друг друга. Путешествуйте, кайфуйте, наслаждайтесь жизнью. Дочь Наташу. Сына Сашу. И собаку, кошку Муську. Долгих лет, берегите друг друга. Дорогой Алексей и Наталья, желаю, чтобы у вас будущее было ярким, красочным, интересным. Крепкой любви, счастья, хранить семейный очаг, несмотря ни на что, и оберегать друг друга. Чтобы все невзгоды и несчастья решали вместе и с улыбкой. И с чувством юмора делайте все в своей жизни. А если будет мальчик, назвать Алексей либо Михаил. Семейного взаимопонимания. Чтобы вы больше путешествовали, больше отдыхали, любили друг друга, ценили, уважали.